Чудесно. Слава Богу, слава Богу. Хорошее мы имеем время на этом месте. Еще мы возьмем несколько времени. Будет молитва у нас. Это будет особенная молитва. Я верю, что когда мы не просто знаем, но когда мы поверили, что Иисус воскрес, в Его воскресении есть определенная сила, могущественная сила в Его воскресении для покаяния. Сегодня неоднократно уже упоминали братья на этом месте о том, что Его воскресение для жизни. Но кто отвергает это воскресение, то это будет для осуждения. Сегодня Дух Святой побуждает нас, чтобы мы могли воскреснуть для жизни, для обновленной жизни, жизни во Христе Иисусе. Кто-то сегодня имеет свои цели в этой жизни. Люди ходят своими путями. Но вы знаете, Слово Божие так говорит, что люди без Бога, они совратились. Каждый пошел свою дорогу. Каждый раз, когда человек говорит, это моя жизнь, я распоряжаюсь с нею, как я хочу, и идет своей дорогой, то конечный результат, там сказано, все заблудились, просто попали в серьезную проблему, заблудились. Но сегодня у нас есть прекрасная возможность, когда мы празднуем этот воскресный, в этот воскресный день воскресения Иисуса. Воскресение. У нас есть хорошая возможность сегодня обновиться, сегодня получить исцеление, сегодня получить возможность, чтобы иметь прорыв в своей жизни, иметь у кого-то, возможно, здесь из присутствующих, вы когда-то четко знали, к чему вас Бог призвал. Прошло время, может быть, вы и правильно двигались, но что-то произошло, что вы остановились. Сегодня, в этот день, когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, позволь Святому Духу силою воскресения коснуться твоего призвания, чтобы оно снова ожило, чтобы ты снова, с новою силою Божией начал служить Ему, служить людям, исполняя Его волю. Поэтому в конце мы совершим такую молитву. Мы будем молиться сегодня. В основном будем молиться за молодых людей, за подростков, за молодежь. И у нас будет эта молитва благословения. И я просто знаю, что Господь что-то приготовил для этого поколения. Они живут среди этого развращенного мира. Мы уже как-то, может быть, утвердились на каких-то позициях. Они каждый раз подвергаются серьезным напастям, серьезным искушениям, когда они попадают под волну своих сверстников, которые либерально имеют мышление, извращенные взгляды на жизнь, и это влияет, это влияние переходит, то как хочется, чтобы сегодня, когда мы празднуем воскресение Иисуса Христа, чтобы эта сила укрепила нашу молодежь, наше подрастающее поколение, чтобы они были верны Богу до конца дней жизни. Недавно мы встретились, я встретился с моим другом юности, и он вспомнил один такой момент. Он говорит, что когда призвался в армию, он служил в Баку, это Азербайджан, столица Азербайджана. И там был, до него уже год служил один брат из Тбилиси. И этот брат, он сам по себе, по своей такой природе, такой молчаливый брат, и когда его призвали, моего друга из Батуми, и он тоже попал туда, это были войска, это был морфлот, и он говорит, со мной стали беседовать по поводу того, почему я отказался от присяги, и я им стал объяснять, что на основании того, что есть однажды такое вот в Писании обещание Богу, я пообещал Богу служить Ему одному, больше я не клянусь никому, я поклялся служить Богу. И стал им объяснять. И там сидели, говорит, офицеры высшего состава, они слушали и говорят, о, теперь нам понятно. А то у нас тут есть тоже один верующий, год назад он отказался от присяги и ничего не объясняет.
Мы ему пытаемся объяснить, что это надо, необходимо, почему ты не принимаешь. Просто он говорит, сидит и говорит, после уже, когда мы его вроде подвели, и он говорит, нет, нет, и все. Вы знаете, мы, ну почему? И начинаем снова подводить, через время он снова говорит, нет. Но я это о чем? Что есть такие вещи в нашей жизни, мы, может быть, объяснить их не можем, но есть твердое убеждение внутри. Даже не для объяснения кого-то, для самого себя, что мне это не нужно. Есть вещи, которые Бог нам открыл, и мы взялись, и это настолько глубоко вошло. Может быть, мы до конца не знаем, как это объяснить, но я живу этим. Сегодня так хочется, чтобы наше молодое поколение жило Богом, чтобы они воскресли в Его силе, чтобы они развивались, чтобы они имели влияние на этот мир через силу воскресения Иисуса Христа. Есть вещи в нашей жизни, которые имеют действие определенное. Я хочу несколько мест просто прочитать о воскресении. О воскресении. И Деяния апостолов, 4 глава, 33 стих. Апостолы же с великою силою, обратите внимание, апостолы с великою силою. Вот кто насколько может это представить, что такое великая и что такое сила, великой силы. Что они делали? Просто так, я когда читал, я стал думать, в наше время я поставил себя на это место. С великою ли силою? Свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа? Вы знаете, не просто так. Сегодня пытаются все-таки как-то доказать о том, что Иисус все-таки воскрес. Даже придя в церковь, мы пытаемся еще кого-то убедить. Но в то время апостолы, которые так ярко в своей жизни это пережили, написано, с великою силою свидетельствовали о воскресении. Что-то особенное было в воскресении Иисуса Христа. Сегодня можно разные учения слышать на разные темы, и неплохие учения. Но почему-то апостолы увидели значение этой проповеди свидетельствовать о воскресении. И они не просто свидетельствовали, они с великою силой это делали. И написано, великая благодать была на них. Великая благодать. На всех их была великая благодать. Следующее место. Почему важно нам свидетельствовать о воскресении? Первое послание Петра 1:3. Написано так, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Возродивший нас. Чем Он возродил? Воскресением Иисуса Христа. Вы знаете, мы получили такое же право, как апостолы, свидетельствовать о воскресении, потому что, как они были свидетелями и очевидцами этого события, но также они воскресли внутренне, мы получили точно такое же право по Его милости, который возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Аллилуйя! Слава Богу! Воскресение имеет силу, огромную силу в нашей жизни. Я думаю, что если сейчас в большей мере мы будем познавать, в чем состоит эта сила воскресения, о чем Павел говорил о том, чтобы познать силу воскресения,
Он стремился к этому. Это не просто в один момент, но это процесс, который он увлекает, и мы постоянно в этом прогрессируем. То если в этой сфере мы больше и больше возжаждем, чтобы увидеть, что все-таки произошло тогда, когда гробница была открыта, сила Божья потрясла настолько, что землетрясение было. Христос воскрес, и с Его воскресением пришло воскресение и в нашу жизнь. Мы воскресли. Есть сила в этом. Дьявол боится этих вещей. Сегодня все положено на то, чтобы о этом не говорить. Но апостолы, написано, что они с великою силой свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. В этом есть сегодня ключ пробуждения для церкви. Именно свидетельство о Его воскресении. То, что Он сделал. Что же это все-таки для нас сегодня? Мы хорошо помним, что во время смерти Иисуса, когда Он на последнем дыхании сказал «совершилось» и спустил дух, Слово Божие говорит, что завеса в храме разодралась надвое. Что это за место? Завеса – это отделяло святилище от святое святых. Это место святое святых, туда только имел право раз в год первосвященник входить с кровью животных, козлов и тельцов. Он брал эту кровь, он окроплял себя и становился перед крышкой ковчега, чтобы ходатайствовать за народ. Если что-то было не то, там было Божье присутствие, которое убивало его. И вот то, что было сокрытым, недоступным, где все понимали, там, над крышкой ковчега, Божье присутствие, Его слава. И вдруг эта завеса, она разодралась надвое, и открылся доступ для всех. Что происходит? Когда Иисус воскрес, и люди, которые поверили в Него, они также воскресли и получили возможность теперь не просто входить и выходить, но пребывать в Божьем присутствии, что было закрыто для остальных. Мы получили сегодня возможность через воскресение быть в Его присутствии. В Его присутствии. Сила воскресения в первой церкви была настолько мощна, что свет от тьмы, он настолько ярко отличался. Там не спорили. А что можно, что нельзя, потому что был настолько контраст, они понимали, что к этому прикасаться нельзя. Это нечистое. Мы знаем в Деяниях апостолов, когда Анания и Сапфира, они допустили эту мысль солгать Святому Духу, допустили врагу внести эту мысль. И вроде бы сегодня, рассматривая эту историю, мы могли бы сказать, ничего особенного. Просто придержали. И из того, что они продали, придержали определенные финансы для себя. Вы знаете, настолько было мощным сила воскресения, что все настолько ярко выявлялось, что ничего утаиться нельзя, невозможно было ничему утаиться. Перед тем, как к Иисусу прийти, забрать нас, я верю, что сила Его воскресения начнет возрастать в церкви. И мы не будем просто думать, а что можно, а что нельзя. Потому что во свете мы начинаем четко понимать, как поступать, что должны делать, что говорить. Его воскресение имеет силу. И эта сила позволяет нам быть в Его присутствии. Туда не войдет нечистый человек. Не войдет в Божье присутствие просто человек, который решил заглянуть, а что там происходит. Нет. Туда только люди входят, омытые кровью Агнца, которые были мертвы, как мы читали у Петра, и которые возродились воскресением Иисуса к жизни для Бога. Возродились. Еще такое место. Апостол Павел говорит к римлянам,
Шестая глава. Давайте мы прочитаем. К Римлянам 6 глава. С 9 стиха. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти». Дорогие, Христос, который воскрес из мертвых, уже не умирает. Кто-то пытается его еще сделать мертвым. Бог не действует, все прекратилось, все остановилось. Он не мертвый, он уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. Это однажды было, один момент был в его жизни, когда, мы уже слышали, был предан на эту смерть. Для чего? Для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы. Кому это обращение? Это ко мне обращение. Так и ты, Сергей. Так и ты, Людмила. Так и ты, Иван. Так и ты, Валентина, Татьяна, Аня, кто бы ни был. Так и ты. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Аллилуйя! Мертвыми каждый из нас сегодня, благодаря тому, что он умер за наши грехи, мы получили эту возможность быть мертвыми и почитать себя мертвыми для греха. Другими словами, грех потерял теперь силу над нами, потому что Иисус умер за наши грехи. А что он живет для Бога. То, что мы воскресли, мы теперь почитаем себя мертвыми для греха, но живыми же для Бога. Не для интернета живыми, не для каких-то хобби, увлечений, не для каких-то еще дел. А там, если останется время, я уделю это Господу. Нет! Живыми для Бога – это значит, все мое понимание, мое сердце, мой разум, все, что я имею, направлено к Нему. Я жив для Бога. Все остальное, это второстепенное, для Бога. Вы знаете, сегодня в христианстве что произошло? Второстепенным стало то, что для Бога. А все остальное, заработать деньги, это суета, обставить квартиру, заработать на машину, заработать средства, чтобы детей как-то обеспечить, еще там. И перечень не заканчивается. И люди думают, ну вот этот год, и потом уже будет по-другому. Вот этот еще год. И с каждым годом все сильнее затягивает, все сильнее и сильнее. Но воскресение Иисуса нас ставит в такую позицию, когда все связанное с суетой, начинает гаснуть. И все, что связано с Богом, ярко открывается в нашей жизни. Мы мертвые для греха, но живые для Бога. Аллилуйя! Слава нашему Господу Иисусу Христу! Следующее, что я хотел бы еще, это Второе Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Написано так: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Слава Богу! Христос умер, чтобы и мы умерли для себя, для мира, для греха. А когда Он воскрес, и мы воскресли, чтобы уже жить не для себя, но для того, кто это сделал для нас. Я верю, Его Слово имеет силу. Когда мы это принимаем, мы принимаем это Слово, которое несет силу, которое преображает нас. Наша вера не на пустом месте, мы верим в Его Слово. Сейчас во время этой молитвы я бы хотел еще раз подчеркнуть, что, может быть, ты в чем-то в своей жизни имел какие-то трудности, может быть, дьявол тебя за что-то держит и говорит, что ты никогда не будешь иметь прорыв, ты никогда не будешь свободный от этого.
Я помню, как один человек пришел ко мне и сказал, что говорит, я настолько в жизни порабощен сексуальными грехами. Я пытался себе помочь много раз. Я обращался к разным людям. И я не знал, в чем причина. Однажды пришел ко мне мой отец и сказал, я знаю, в чем ты мучаешься. Ты от этого никогда не освободишься, потому что я сам прожил всю жизнь, борясь с этим. Никто тебе не поможет. И когда мы с ним встретились, и он говорит, что после этого я понял, что Слово, Божье Слово, оно не для всех, не работает для всех. В моей жизни это не работает. И я ему сказал, это неправда. Иисус, который умер за этот грех в твоей жизни, Он и воскрес, чтобы ты жил теперь в новой жизни. Зачем тебе жить в жизни, в которой жил Отец в своих грехах и передал тебе это через наследственность? Есть жизнь новая, и мы не должники плоти, чтобы повиноваться ей. Есть жизнь оживших людей, которые ожили для Бога. У нас есть сегодня право разрушать те вещи, которые навязал нам дьявол. Мы прочитали здесь о том, что древнее прошло теперь новое. Во Христе мы новое творение. Негреховные, испорченные люди. Во Христе мы новые люди, созданы по Богу. Мы ожили для Бога. Не с греховной природой, то, что унаследовали от отцов. Но кровью Агнца мы искуплены. И теперь, когда Иисус умер, это все умерло. И когда Он воскрес, мы воскресли. В новой жизни для нашего Бога есть свобода во Христе Иисусе. Он говорит, познайте, истина сделает вас свободными. Он говорит, кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Я не знаю, какие трудности в твоей жизни, но я знаю одно. Его Слово имеет силу. И то, что сделал Иисус, когда Он умер и когда Он воскрес, в Его воскресении есть сила, чтобы нас сегодня обновить, чтобы мы могли не для себя жить, не для мира, не для каких-то других вещей, но для нашего Бога. Жизнь для Бога. Давайте мы встанем сейчас. Я попрошу, чтобы прошли музыканты сейчас и певцы также. Мы будем вместе восхвалять нашего Господа. Может быть, братья также. Давайте мы пройдем наперед. Мы встанем, мы будем благословлять. Сегодня подростков будем благословлять, молодежь. Тем более у них через несколько дней начнется конференция, чтобы действительно сила Божья могла сойти, чтобы действительно Дух Святой наполнил вас. Мы не просто будем молиться, чтобы помолиться и все. Мы хотим, чтобы вы приняли сегодня, приняли то, что вам принадлежит. Чтобы вы почитали себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Может быть, на этом месте есть также люди, которые нуждаются, чтобы сегодня, в день, когда мы празднуем воскресение Иисуса Христа, чтобы вы могли получить от Господа. Может быть, вы долго молитесь об этих вещах, но сегодня, чтобы ваша вера могла возрасти, чтобы вы могли принять это, вы также выходите, мы будем молиться. У кого-то, может быть, есть проблемы со здоровьем, тоже выходите, мы будем молиться, и Господь коснется вас. Если есть люди на этом месте, которые не примирились с Богом, вы знаете, что вы во грехе. Если сегодня на этой земле закончится ваша жизнь, вы знаете точно, что вы не спасены. Вам нужно сегодня покаяться. Вы должны подойти к кому-то из служителей, которые здесь, и сказать, я погибаю, я грешник. Я хочу, чтобы вы могли помочь мне через молитву, в ходатайстве встали за меня. И мы будем также молиться за вас в этом направлении. Есть люди, которые, может быть, находятся под гнетом какого-то демонического влияния. Может быть, есть люди, которые находятся в унынии, в депрессии. Я хочу вам сказать, есть сила воскресения для вашей свободы, для вашего прорыва, для того, чтобы вы имели жизнь сегодня и были благословены. Вам незачем сегодня унывать, потому что Иисус не во гробе, Он воскрес из мертвых. Есть радостная жизнь в Его воскресении. Аллилуйя! Вы можете это принять также сегодня. Слава Богу! Мы и так сделаем, чтобы могла молодежь так проходить.
могли просто проходить сюда. Мы будем стоять, возлагать на вас руки. Вы просто принимайте и проходите. И Дух Божий будет прикасаться к вам. Аллилуйя. Пожалуйста, группа прославления, пожалуйста, молодежь. Вся молодежь. Чувствуете вы, не чувствуете, мы вас всех благословляем сегодня. Молодые семьи также вы можете. И также те люди, которым надо вам сегодня, чтобы за вас совершили молитву. Пожалуйста, проходите. Слава Тебе за победу Твою, слава Тебе, Господь, за то, что Ты воскресил нас для новой жизни. И сегодня мы ходим в обновлении Духа. Мы служим Тебе в обновлении Духа, а не по ветхой букве, Господь, потому что Ты дал нам эту новую жизнь, новое начало. Благодарим Тебя за то, что Ты вселился в нас, за то, что Ты записал законы Твои на сердцах наших и в мысли наши вложил их. Благодарим Тебя за то, что мы есть новое творение во Христе Иисусе. Все это из-за Твоего подвига, Господь Иисус. Благодарим Тебя.